Каждый интеллектуальный турнир – это накал страстей, буря эмоций и стремление к победе. Сегодня здесь собрались лучшие из лучших. За плечами у команд три пройденных этапа турнира по интеллектуальным играм. Умудренные игровым опытом при параде, они готовы к тому, чтобы достойно представить свою команду и блеснуть эрудицией. Характерной особенностью этого вечера стала приуроченность ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Особенность сегодняшнего турнира в том, что он проходит 1 декабря, а это Всемирный день борьбы со СПИДом. Поэтому у нас есть небольшая фишка. От молодежного общежития номер 3 Дарья Моисеева приготовила специальный вопрос и розыгрыш специального приза. Специальный приз в виде эксклюзивной майки символического значка и средств по контрацепции достались капитану команды «Чукак» второго рода управления Сергею Садюкевичу. Креативный розыгрыш послужил хорошей разминкой перед началом настоящей интеллектуальной борьбы. Впереди две основные игры сегодняшнего турнира. Турнир называется «Интеллектуальный турнир». Он включает две игры. Сегодня это будет своя игра и «Что, где, когда». По правилам первой игры участникам предлагается 12 тем, каждая из которых состоит из 5 вопросов разной степени сложности. 10 баллов стоит самый простой вопрос темы, 50 – самый трудный. На обсуждение вопроса дается 10-20 секунд. Волнение участников превратилось в уверенную тактику и стратегию. За видным успехом большинство из команд достойно справились со всеми вопросами. А вот наибольшее количество баллов набрала команда третьего рода управления под названием «Толян Вассерман», чем и заслужила первое место в этой игре. Следующим и заключительным этапом для участников стала основная игра «Что, где, когда», состоящая из 2 туров по 15 вопросов в каждом. Для ответа на вопросы игрокам давалось не более минуты на обсуждение и 10 секунд на ответ. Каждый верный ответ приносил команде 1 балл. Финальная игра – это всегда повышенные эмоции, потому что очень многое зависит именно от финальной игры. Конкретно в этом сезоне не ясна судьба ни первого, ни второго, ни третьего места. То есть нас ждет очень упорная борьба. По результатам этой игры победителем оказалась команда «Крашанина» первого рода управления, набравшая 19 баллов. Главными победителями 2017 года стали участники интеллектуальной команды «Чукак» второго рода управления. У них переходящий кубок победителей. Второе место оказалось у «Крашанина» первого рода управления. Третье – ума палаты управления материально-технического обеспечения открытого акционерного общества «Беларусь-Калий».